Теракт на борту российского авиалайнера А321 был нападением на российских граждан, а следовательно, равнозначен нападению на государство. Об этом заявил сегодня глава российского МИДа Сергей Лавров. Министр подчеркнул, право на самооборону будет реализовываться всеми доступными средствами. Политическими, военными, по линии спецслужб, разведки. Как отметил Лавров, ряд государств уже отреагировали на просьбу МИДа оказать содействие в получении любой информации, которая поможет расследованию этой трагедии. Практически из всех столиц вчера же прозвучали слова солидарности с нами, так что политический отклик уже последовал. Что касается отклика конкретного в связи с возможными уликами, с возможными данными, сведениями о том, где могли находиться лица, так или иначе причастные к этому террористическому акту, то они, эти отклики, частично уже поступили по линии специальных служб, разумеется. Эта информация не подлежит огласке по понятным причинам.